Техника космодыхания. При этой технике нужно дышать ртом коротко и делать паузы, либо двойные вдохи, либо двойные выдохи. Сейчас сделаем такое упражнение с паузами. Головой я показываю выдохи и вдохи, и уже можно это сделать чуть-чуть побыстрее. Это упражнение помогает делать паузы, и таким образом можно уже потом вставлять другие паузы в разные рисунки, например, вот так. Таким образом происходит дыхание уже независимо от руки, и ритм задается чисто дыханием. И вот разные вот такие вот элементы можно попробовать самим сочинить, и будут интересные ритмы, новые ощущения, новое вдохновение.